Мы с вами будем учиться заваривать альтернативный кофе. Восемь сортов кофе у нас есть. Восемь сортов. И если один сорт готовить разными способами, он будет раскрываться по-разному. Потому что люди все разные. Когда человек приходит и не знает, ты должен понять, что ему предложить. Это, конечно, первое. Тоже маленькими глоточками, да?